Ну ясно, вы все там на Но, своем месте. да, вот это ж я тебе написал, что связь появилась. Слышу выстрелы какие-то, блядь. Ну, как бы в нашей стороне, блядь. Я пошел, говорю, что за хуйня? Ты, говорит, где-то там кто-то стреляет, блядь. Я пошел туда, блядь. Там минометчики стоят, блядь. Подошел туда, там лежит баба, короче, какая-то, блядь. Башка простреленная, короче, лежит, дергается. Я говорю, что это за хуйня? Они говорят, короче, блядь, типа у нее брат в Азове, там что-то этот самый, короче, она тут что-то начала, короче, хуйню, короче, какую-то пороть, блядь. Короче, они ее нахуй расстреляли, блядь. Она еще лежит, дергается, голова в дыру, блядь, короче, в голове дырка, блядь. Охренеть, все, хватит. Короче, блядь, позвали еще нахуй, он еще раз стрельнул, она еще лежит, дергается, блядь. Короче, он еще раз стрельнет, все, я ей говорю, пизда, блядь. Я говорю, вы ее хоть закопаете, блядь. Короче, взял он ее за ноги, потянул куда-то, блядь. Просто пизда, просто пиздец.